народного хозяйства Ленинского района составляет 619 345 квадратных метров. По сравнению с прошлым годом площадь уборки составляла 570 тысяч квадратных метров, что на 49 тысяч квадратных метров увеличился объем площади уборки. На подведомственной территории Гебуржина-Нижнедониловского района также осуществляет уборку 44 остановок общественного транспорта общей площадью 6424 квадратных метра. В управлении и обслуживании Гебуржина-Нижнедониловского района всего 334 многоквартирных дома общей площадью 1 747 000 квадратных метров. Это 1037 подъездов. Жилой фонд Даниловского района в основном состоит из домов 1920-1960 годов постройки, износ которых составляет более 50%. Также имеются дома с деревянными перекрытиями.